Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Хорошо, а ваши как? Замечательно. Может, еще назовете фамилию свою? А зачем? Я к вам не обращался. Вы остановились, опустили стекло. Да, правильно. Может, у вас что-то сломалось? Нет, ничего. Плохо чувствуете себя. Все нормально, спасибо. Так представьтесь, пожалуйста. Все на краще. Представиться? Да, вы обратились ко мне. С чем? Не снимайте, я запрещаю. Согласно Гражданского кодекса, не имеете права. Спасибо, вам тоже. Не нарушайте.